Хоккейный клуб «Саяны» отправляется на чемпионат России по хоккею с мячом. Первый матч республиканские хоккеисты проведут в Красноярске. В этом году наша команда снова будет играть в высшей лиге. Средств на суперлигу у Хакасии по-прежнему нет. Перед стартом сезона со спортсменами встретился Петр Пермяков. Одновременно начинаем! Одновременно, ребят! До старта чемпионата России всего 1,5 недели, поэтому сегодня дорог каждый день. Тренировки расписаны как по нотам. Этап высокой нагрузки уже прошел. Сейчас в приоритете оттачивание азов мастерства. Залог успеха – умение красиво, без ошибок передать мяч. Искусству паса подопечных учит главный тренер. Ты отдал, это уже с миража, уже колено у тебя. Вся, и ты видишь ее. В этом году «Саяны» обновились почти наполовину. В клуб вернулись Руслан Гаврячков и Тимофей Ващук. Еще 6 хоккеистов-новички. Нападающие, защитники, полузащитники. Команда укомплектована на все 100%. Настрой боевой, атмосфера рабочая идет. Готовимся, тяжелую работу проделали. Вот с понедельника уезжаем на большой лед уже. Будем там отрабатывать более технические, там, тактические моменты. Костяк сегодняшних «Саян» – хоккеисты среднего возраста с хорошей физической подготовкой. Но обновление команды – это одновременно и плюс, и минус. Когда состав меняется каждый сезон, важно успеть сыграться. Лучшие все-таки матчи у нас будут позднее, но мы ни в коем случае не говорим о том, что первые матчи, мы еще не сыграны и так далее. Никакого такого настроения у нас нет. Мы готовы бороться с первого матча и до конца. Новый сезон «Саяны» начнут в Красноярске 21 ноября. Соперник – Дубль Енисея. А 5 декабря состоится первый домашний матч. В Абакан приедет «Восток» из Арсеньева. Место встречи – стадион «Саяны». Прошлой зимой республиканские хоккеисты стали серебряными призерами. В этом сезоне задача стать лучшей командой высшей лиги, забрав золото чемпионата России. Петр Пермяков, Антон Новожилов, «Вести Хакасия».